Всем привет, с вами Бивер и Настольные игры. И сегодня у нас на распаковке игра под названием «Запретное небо. Опасная высота». Снова у нас распаковки с голосом, потому что некоторые из вас, мои дорогие подписчики, написали мне, что такие распаковки будут более актуальны, более интересны вам, потому что без слов не так привычно, скажем так, их смотреть. Ну что ж, давайте попробуем опять записывать с голосом. В общем, у нас игра от издательства «Стиль жизни». Это локализация игры от Metallica. Третья версия игры про запретное. У него была первая «Запретный остров», потом «Запретная пустыня» и теперь «Запретное небо», в которой игрокам предстоит простроить некую цепочку электрических проводов от ракеты до ней, замкнув ее по контуру, и запустить эту ракету и улететь на поиски некой древней цивилизации. Ну что ж, давайте посмотрим, что же лежит внутри данной коробки. Игра рассчитана у нас от 2 до 5 игроков, время партии 60 минут. И вот, в принципе, вот такие вот компоненты ожидают нас внутри данной коробочки. Тиснение небольшое есть у самой коробки, это очень приятно на ощупь. Ну что ж, заглянем внутрь. Довольно плотно открывалась коробка. Итак, что же нас встречает первым? Первым, конечно же, встречает это правила игры. Внутри коробки нас ожидает органайзер, пластиковый органайзер, а также некоторые картонные компоненты. Это шкала шторма, это стартовая позиция для размещения наших приключенцев и позиция распределения ветра. Карты. Карты у нас сделаны с небольшим, совсем небольшим тиснением под лен. Он немножко бликует на свете, если его хорошо разглядеть. Ну, а так, карты у нас глянцевые. Ну, не очень толстые, я бы сказал так. Ну, в принципе, приятно держать в руках, хорошо мешается. Тайлы местности, наши платформы, которые мы будем присоединять и создавать специальную цепь из проводов, по которой будет протекать ток, ну и мы, соответственно, будем перебегать по вот этой вот платформе, которая будет организовываться путем соединения различных тайлов. Здесь у нас фишки игроков, просто 5 деревянных фишечек. Тут у нас клипсы для того, чтобы производить трек по веревкам, по силе шторма и по всем остальным элементам. В общем, вот такая вот. Маленькие пластиковые стрелочки. Так, дальше. Здесь у нас электростанция, так понимаю, да? Пластиковые электростанции с металлическим вот таким вот кусочком для соединения цепи. То есть они выставляются тоже на поле и являются частью цепи. Конденсаторы, малые и большие. Тоже металлическая вставка, соответственно, на них тоже есть. Провода для присоединения и создания цепи, конечно же, опять же, с металлической вставкой снизу. Подставка для планшета, место для нашей ракеты, ну и, соответственно, сама ракета. Причем это не просто кусок пластика, это действительно настоящая ракета, которая может даже летать. И сейчас я покажу, как это происходит. Когда игрокам удается простроить цепочку от одной стороны площадки, стартовой с ракетой, до другой по нашим проводам, то происходит следующее. Кстати, да, сразу хочу сказать, что провода у нас, они намагничены. То есть вот эти вот площадки, они являются магнитами, и они очень хорошо примагничивают провода, и они никуда не падают. Так вот, цепь у нас сделана, соединяем, и что происходит?
Да-да, вот такая вот прикольная штука, это ракета. Действительно очень крутая вещь. И я когда первый раз ее увидел, ну блин, я прям загорелся этой игрой. Это реально очень-очень крутая штука. И блин, антуражности, конечно, добавляет она плюс 100%. Ну что ж, вот такие вот компоненты лежат внутри коробки с названием «Запретное небо». А, ну, как бы меня они действительно порадовали. Толщина картона приемлемая, небольшое тиснение есть, что я забыл сказать при рассмотре данных тайлов. Очень прикольные, конечно же, жетоны. Действительно, они очень классные и антуражные. Не знаю, как это будет смотреться все в сборе, но, конечно же, смотрите обзор на данную игру в ближайшее время на канале Beaver Games. Не пропустите самое интересное специально для вас. Ну, а если вам понравилось данное видео, то не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на канал и, конечно же, оставляйте комментарии под видео. Любите настолки и играйте в них. Ну, с вами был Beaver и канал Beaver Games. Еще увидимся. Oh,